Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Денечка, что вам сказать? Привет, семья! В честь Нового года у нас сегодня будут химические новогодние опыты. Мы получим снег, а еще надуем шарик. Дениска, с чего мы начнем? Шарик. Шарика. Давай, хорошо, будем надувать шарик. Друзья, первый наш новогодний химический эксперимент – это надувание шарика. Суть эксперимента – это взаимодействие соды с уксусом. Когда сода с уксусом взаимодействует, у нас выделяется углекислый газ. И, естественно, ему не хватает места, он начинает выделяться и надувает шарик. Шарик мы оденем на бутылку, на край бутылки. И, соответственно, 2 чайные ложки соды мы засыпем в шарик, а уксус зальем в бутылку. Где-то 5-6 столовых ложек. Давайте попробуем. Давайте сейчас... попробуем. Давайте попробуем. Смотри внимательно, мама сейчас будет насыпать шарик соду. Мы шарик оденем вот на бутылку. Туда я налею, вот туда. На бутылочку оденем шарик, бутылочку, да? Бутылочку вот туда. Туда нальем это. Да, все правильно. Этот уксус мы нальем в бутылочку. Вот туда. Вот туда. Покажи правильно. Покажи на камеру, куда ты нальешь уксус, Дениска. Правильно, вот сюда, вот прям вот в горлышко нальем уксуса. Шарик готов. Теперь наливаем уксус в бутылку. Держи, мама сейчас будет наливать. Аккуратненько, и давайте все вместе поучаствуем. Друзья, все, уксус у нас налит в бутылку. Теперь самое главное, Денечка, мы одеваем шарик наш подготовленный на бутылочку. Готов? Сейчас будет интересный момент. Мы эту соду дальше высыпаем туда внутрь. Давайте высыпаем соду. Смотрите. Вот пошел процесс. Смотрите, шарик надувается как. Пошел процесс. Диня, смотри наверх. У нас реакция уксуса с содой. Друзья, если вы не хотите надувать с помощью воздуха, вы можете всегда вот таким образом надуть новогодние шары. Дэн, у нас с тобой получился эксперимент. Видишь, какая стала жидкость, какого белого мутного цвета? Это взаимодействие соды с уксусом. Весь углекислый газ выделился, и у нас надулся шарик. Все, держи. Это мы убираем. И сейчас приступим ко второму новогоднему химическому опыту. Ты готов? Все, убираем. Друзья, второй наш новогодний химический опыт связан с получением снега. Для этого нам понадобятся подгузники, вот такие вот, ножницы, чтобы разрезать, стакан и вода. Где-то треть стакана воды мы нальем и засыпем туда вещество, которое содержится в подгузнике. Дело в том, что вещество в подгузнике – это хороший адсорбент. Называется он поликрилат натрия. И при взаимодействии с водой он может питать намного больше жидкости, чем его объем. Давайте проверим. Сейчас мы нальем воды. Проверим. Сейчас, Денечка, мы третий стаканчик нальем воды. Разрежем подгузник и засыпем туда адсорбент. Он прям маленький, мелкий-мелкий там получается. И подождем какое-то время и увидите, что получится. Денечка, сейчас смотри внимательно. Мы сейчас мелкие гранулки адсорбента будем сыпать в воду. Смотрите, какие они совсем маленькие. Кажется, что как из этого может получиться новогодний снег? Вода. Сложно представить, да, друзья? Вода. Воду сыпем, да, День? Да. Ведь сложно вода, поверить, да? Петёрка. Вроде такие маленькие я песчинки. Как они могут разбухнуть и впитать столько воды? Денечка, смотри внимательно. Давайте теперь оставим настояться. Мы этот момент пропустим и перейдем уже к моменту, когда будет готов снег. Друзья, смотрите, мы подождали какое-то время, у нас гранулы впитали всю воду и стали похожи на талый снег. Денечка, смотри, да? Водички нету, да, в стаканчике? Пропало? Пропало, друзья. Теперь мы этот талый снег можем выложить к елочке. Смотрите, что у нас получается. Очень похоже на снег. У нас такие новогодние украшения к елочке получается. В виде снега. Оп. День, смотри.
Похоже же на талый снег, да? Вот. Это украшение можно легко сделать дома с помощью подгузника и воды. Вот такие интересные у нас новогодние эксперименты были. Это талый снег у нас получился, да? Талый снег. Вот такие у нас два новогодних эксперимента получились здоровских, да, Денечка? Тебе понравилось? Надеюсь, друзья, вам тоже понравилось. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь на нас, оставляйте свои полезные комментарии, ставьте пальчики вверх. Да, вы очень много нового еще можете увидеть, если будете нас смотреть. Это большой, дружный, семейный канал. Мы с вами прощаемся ненадолго. Пока-пока!